Вы знаете, что инициаторами возбуждения этих уголовных дел была прокуратура области, но поскольку подследственность определена законом за органами внутренних дел, все дела были переданы в следственные подразделения УВД области. На первоначальном этапе проводились следственные действия силами следователей Главного управления, но, к сожалению, мы столкнулись с той проблемой, что ни в одном из судов, куда мы обращались, я имею в виду следователи, процессуальные руководители, мы не получили санкции на изъятие документов и другие процессуальные действия, что не давало возможности эффективно расследовать эти уголовные дела. На данный момент могу проинформировать, что уголовные дела, связанные с коммунальными предприятиями города Харькова, истребованы в Главное следственное управление МВД Украины, где проводится эффективное расследование. Я думаю, что вам известно и обыска, которые были проведены, документы изъяли. Я надеюсь, что мы получим те результаты, о которых заявляли. И виновные будут наказаны, понесут достойное наказание, потому что те сотни миллионов гривен, которые были разворованы, за них должен кто-то ответить.